студентам во время их обучения нужна поддержка, защита и опора. В уставе четко определено: наша цель – представительство и защита прав и интересов членов профсоюза. Социальная поддержка занимает значительную часть деятельности профсоюза. Это и есть моя работа. Прием документов на повышенную социальную стипендию, консультация по вопросам материальной помощи, социально-правовым вопросам. Студенческое представительство в переговорах с руководством вуза по всем вопросам организации учебного процесса и внеучебной деятельности. Поддержка отдельных социальных категорий. Вопросы, с которыми обращаются студенты, разноплановые. И, конечно, чтобы быть компетентным, необходимо постоянное обучение. Серьезный мотивирующий эффект на меня оказало посещение Всероссийской школы-семинара «Степком». Освоение законодательства, посещение школ-семинаров, форумов, образовательных площадок – все это фундамент для моей работы и для работы моей организации. Конечно, весь этот пласт работы я выполняю не одна. В нашей профсоюзной организации большое количество активистов. Наша профсоюзная организация насчитывает 1770 человек, что составляет порядка 90% всех обучающихся на бюджетной форме. Это 55% от общего количества обучающихся. В медицинской академии активно ведется работа по привлечению студентов в профсоюз. Организация культурно-массовой деятельности играет в этом значимую роль. Ярко оформленное и грамотно продуманное мероприятие вызывает интерес и желание быть вместе с нами. Мы – профсоюзная организация. Мы – семья.